Кашку манную варим. Еще винограда надо. Для завтрака будет полезно. Каша, конечно, не такая, как вы любите. Я чуть-чуть ее это загустила, Маш. Переварила. Что-то сегодня у меня, видимо, день не с той ноги. Ваня, ты руки помыл? Быстренько руки мыть за стол. Кашка, чай, печененьки. Правда, кашка переварена. Я решила от души манную кашу сварить. Что-то 100 лет, видимо, не варила. Бахнула. И она превратилась в тесто. Можно колобки месить. Сладкое. Как не сладко, ты чего? Ты вообще вкус не чувствуешь. Откуда ты знаешь? Сладко, извините. Ваня! Ягодки с косточками. Угу. Тебе вот я сделала черный, Ваня сделала с молоком. Ты тоже она с молоком? Просто в этом что-то
Хотя бы разбавить надо было. Разбавить? Ну, вон холодно же есть, вода не кушала. А ты чувствуешь вкус на кошке? Ну, вообще, тут так слабенько. Ну, еще с комочками. Масло сливочного-то не надо? Тетя Уля говорит, у нее там Зоя толстая стала. Чем, говорит, она ее кормила? Таня, она говорит, у нее боков нет совсем. Таня, у нее, говорит, нет совсем боков. А у нее, говорит, что, шарик, что ли? Да, она мне показывает, по WhatsApp с ней разговариваем. Она мне такая показывает, Таня, смотри. И вот так вот ей делает. Таня говорит, смотри. У нее, говорит, щеки большие. Она говорит, чем ее кормила? Я, говорит, не понимаю, чем она ее тут кормила, пока я лежала в больнице. Ну, так бабушки же всегда кормят. Ой, это вообще. У нее уже все. Она уже второй раз дала, у нее уже анализ нормально. Она уже гуляет. Смотри, у бустера анализы приходят. Сейчас ты пока сдашь опять. Ждать непонятно сколько. Мы будем надеяться, что быстро. Потому что уже прошло сколько времени-то. Где-то есть косточки, где-то нету. В винограде. Виноград вкусный. Угу. Сладенький, да? Угу. Что-то надо сегодня приготовить. Не знаю, что. Вчера вечером лежала, думала, может приготовить эти. Корндог. Корндог. Сосиска-то в тесте. Бургеры, хот-доги. Нет? Мы точно скоро станем как-то тетя. Ну, супчик давайте с тефтельками. Я за. Или с курочкой. Сколько мне сахара положил? Две. А сколько надо было? Три? Нет, две. Просто не сладко как-то. А ты пил? Ты не пробовал свой чай? Пока нет.
Он все горячий. У тебя точно нет. Потому что ты мне сначала сделала. Тебя разбавлю. Я разбавлю. Да холодный он. Нормально, вкусно. Молочко чувствуется. Это Улька говорит, у них холодно. Минус 15, говорит, такой мороз. Ты что, мы на улице морозы? Минус 15. А когда 30 будет? Или 20. Какая будет? Еще на улицу не видит. Сегодня надо виноград доесть обязательно. Ты наелся? Не доедаешь, да почему? Да, виноград. Что хрустит, блин? Где? В каше. Да? Сахар, может? А что? Я так-то через сито манку просеяла. Не знаю. А ты почему свое яблоко не ешь, которое сахарное? Да я забываю, блин. Я вчера хотела бы. Я его уже съем. Его сейчас это посягаюсь на него. Я его съем, если ты его не съешь. Видишь, мы наедаемся этими банками. У меня яблоки даже не гладятся. Вкусно. Яблоко обалденное просто вообще. Ой. Ну тут я тоже вкусно очень. Но то вообще бесподобно. Прямо он хрустит, сок с него бежит. Угу. Ну все, поели? Угу. Печеньки не будет, а? Да, шкаф убрать, посуду убрать, помыть. Да. Маша, помоет посуду. Угу. Не-не-не-не. А я не умею. А ты ничего не умеешь? А придется. Только она грязная всегда после меня. У меня надо мыть, чтобы чистая была. Короче, убирайте со стола. Я вам покушать приготовила. Вы убираете, моете со стола. Нечестно. Честно. Поделили по-братски. Маша, я убираюсь. Ну все, и со стола не забудьте вытереть, пожалуйста. Все.